У нас здесь была беда, сгорел лес. За 2 года, за год мы здесь погибший лес убрали. В 2011 году сделали как первую посадку. На сегодняшний день более залесенного участка нету, чем вот Туровское лесничество. И здесь, как вы видите, единственное место в районе и вообще в Московской области, я во всяком случае не видел, где массово растет можжевельник. Вот я другого места не видел такого. Да, это значит экологически чистое, ну и значит, что песчаная почва.